Почти сотню пьяных водителей задержали дорожные полицейские в Красноярске на этих выходных. На этот раз рейд был более масштабным и продолжительным, чем обычно. Он начался в субботу днем и продлился до утра воскресенья. Количество патрулей увеличили в 3 раза. Они работали на всех транспортных артериях города и проверяли почти все машины. Таким образом, за одну ночь автоинспекторы поймали 59 нетрезвых автомобилистов. Еще 30 таких водителей задержали во второй выходной день. Причем 17 из них уже привлекались к ответственности за вождение в пьяном виде. К слову, ни одной женщины в числе нарушителей на этот раз не было. Зато за некоторыми подозрительными авто сотрудникам ГИБДД даже пришлось погоняться. Как выяснилось, эта машина пыталась скрыться неспроста. Есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения? Допустим. Всего? Вы готовы пройти свидетельство состояния алкогольного опьянения? Отказываюсь я. Слышали? Это мероприятие было проведено, потому что анализ аварийности показал, что в субботние дни, в период именно 16 часов до 22 часов, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит с участием водителей в нетрезвом состоянии. Поэтому мы решили проверить это, насколько это действительно так. И, в принципе, информация вся подтвердилась. Данное мероприятие мы будем продолжать уже в ближайшие выходные дни.